Водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт Брайля – все эти предметы, как ни удивительно, придуманы детьми. А о каких еще изобретениях век компьютерных технологий мечтают молодые пытливые умы? Этот вопрос мы задали сегодня юным клинчанам. Круто было бы, если в будущем изобрели летающую машину. Она будет способствовать, будет меньше пробок, людям будет выгоднее ездить. Мне бы хотелось изобрести скатерть-самобранку, чтобы она у нас была в школе, чтобы накрыли нам эту простыночку, у нас вкусная еда. Придумали бы домохозяйку, которая уроки сделает и постирает, и все, и отвезет там, если надо, куда. Очень бы хотелось, чтобы изобрели машину времени, чтобы потом можно было вернуться обратно, и если ты плохо написал контрольную, написать заново. Вообще для инвалидов какие-нибудь бы коляски и очки бы какие-нибудь, знаете, вот сейчас Google очки выпускают, как-нибудь их усовершенствовать, и чтобы при этом зрение полностью можно было восстанавливать. Мне очень хотелось бы, чтобы в будущем у нас появился телепортатор, чтобы мы смогли просто встать с кровати и оказаться в школе, а потом раз и также оказаться дома. Я бы хотела, чтобы изобрели такую машину, которая читает мысли других людей, и чтобы узнать, допустим, что думают о тебе или о других.